Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». У микрофона Ольга Болезина. Здравствуйте. Отопление в Кирове подорожает сразу на 8%. Увеличение тарифа хотят произвести с 1 июля 2022 года. Оно будет выше лимита, установленного государством. Чтобы его превысить, нужен указ губернатора и одобрение Думы Кирова. Сейчас ей предложено согласовать рост. Связано это с необходимостью компенсировать компании Т-Плюс ее вложение в реконструкцию теплосетей. Рост тарифов прописан в концессионном соглашении с компанией. Если сейчас этого не сделать, то в 2023 году тариф придется увеличивать на 12-13%, говорит руководитель региональной службы по тарифам Максим Михайлов. Решение принимать будет Гордума на следующей неделе. Если она одобрит предложение, увеличение платы, например, для квартиры площадью 62 квадратных метра составит 250 рублей за зимний месяц. Программа «Экономика». Вадим Токарев оспаривает свое увольнение из администрации Кирова. Он обратился в суд, поскольку считает увольнение с поста главы департамента муниципальной собственности незаконным. Такое заявление он направил на этой неделе, рассказал депутат Гордумы Юрий Шлемензон на заседании комиссии Думы по регламенту, где предстояло обсудить кандидатуру на место Токарева. Его хотят заменить Светланой Калугиной, которая работала заместителем главы департамента. Токарев пришел в департамент в 2019 году, еще когда мэрию возглавлял Илья Шульгин. До этого он работал в региональном Минэмоджи. Экономика на 101 FM. 18 тысяч рублей зарплата молодого учителя в Кирове. И в школах не хватает 100 педагогов. Проблему с кадрами обсудили на социальной комиссии Думы. По словам депутата и директора школы 47 Владимира Кадычугова, 18 тысяч рублей у него в школе получают молодые педагоги благодаря различным доплатам и дополнительным нагрузкам. Ректор ВятГУ Валентин Пугач отметил, что многие предпочитают зарабатывать репетиторством. Этот труд ценится выше, а нагрузка меньше. Опросы выпускников педагогических специальностей ВятГУ показывают, что 40% не работают по профессии, некоторые вообще ни дня не работали в школе. 43% из выпускников с периода 2016 года, оставшихся в профессии, имеют зарплату до 25 тысяч рублей. Глава города Елена Ковалева отметила, что необходимо с использованием опыта других регионов пересмотреть нормативы подушевого финансирования, так как зарплаты учителей зависят и от этого фактора. Члены комиссии приняли решение вынести вопрос о поддержке педагогов на областной уровень. Экономика. Завершение в валютах. Доллар сегодня 71 рубль 6 копеек. Курс евро 82.62. Ольга Болезина. Новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.